В Северо-Остинском региональном отделении ЛДПР утвердили список кандидатов в депутаты собрания представителей Владикавказа. В первую тройку партийного списка вошли координатор регионального отделения партии Сослан Бестаев, чемпион мира по самбо Мурат Гасиев и журналист Ирина Сугарова. Всего в списке 18 человек. Его утвердили на отчетно-выборной конференции партии. Кроме того, ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Их выборы также пройдут в единый день голосования. Традиционно наша партия делает акцент на молодежь. Мы даем молодежи развиваться и реализовывать свой потенциал. Средний возраст наших кандидатов 32 года, и они все у нас с высшим образованием. Преимущество не юридическое образование, но есть и рабочие профессии. На сегодняшний день можно смело сказать, что на этих выборах 8 сентября мы представим сплоченную команду, которая уже более 2 лет работает совместно на благо нашей республики.